Уважаемые фермеры, как вы видите, мы находимся на испытательном поле капусты фирмы Саката. Здесь высажен гибрид Royal Vantage. И невзирая на то, что очень высокая температура, жара, вот она себя прекрасно показала в жарких условиях. Тому доказательство, вот зеленый снаружи, внутренний белоснежный качан, плотный, без пятен. Что характерно для данной капусты Royal Vantage. Она устойчивая к любым стрессам, устойчивая к трипсу, хорошо переносит перепады температур. В данном случае, в данном регионе, она отлично переносит жаркую температуру. И этот гибрид капусты Royal Vantage фирмы Саката предназначен для выращивания, получения как ранней продукции, средней продукции летом и осенней продукции для осеннего потребления. Желаю вам высоких урожаев и благополучия.